На конкурс дети читают стихи. Леоненко Матвей. Настоящий секрет. Юноморец. Наряжена елка, вздыхает пирог. Звонок заиграл и подпрыгнул щенок. Я дернул замок и к порогу прирос. Я пикнуть словечко не мог. Я молчал и что-то невнятное в двери мычал. Еще бы! Явился живой Дед Мороз. Я деда целую и вдруг замечаю, что много чудесного есть в старике. Во-первых, зачем-то старик в парике. И нос, во-вторых, у него из картонки. А в-третьих, кусачий дерзкий щенок у ног старика добродушно прилег. Что странно весьма для такой собачонки. Я вижу на валенке Деда Мороза заплату, которую бабушка Роза вчера нашивала на валенок брату. Ура! Закричать и подпрыгнуть пора. Я знаю всю правду, поскольку вчера я отдал свой тапок на эту заплату. Но весело мне и чудесно, поэтому тайну ломать неуместно. Подарок я сделаю старшему брату, ни слова про нос, про парик и заплату. Его не узнают теперь ни почем. Его принимают за Деда Мороза и папа, и мама, и бабушка Роза, и каждый мальчишка на санках скользящий, и дворник с лопатой в сугробе стоящий. И каждый, кто видит от снега блестящий, вишневый мешок у него за плечом. Он мне подарил телескоп настоящий, потом наступил Новый год настоящий, а значит, он был Дед Мороз настоящий. И то, что он старше мой брат настоящий, так это мой первый секрет настоящий.